это что ж происходит-то такое? Что играть? Я беру паузу, чтобы понять, что там происходит. Нет, Пинту поднялся. Заморозили ему ногу. Неймар с Пике, видимо, считает, что это так... Пике немножечко, да. Ну, а чем еще заняться? Конечно, лысину товарища немножечко потрогать на скамейке запасных. Видимо, они посчитали, что это прикол такой от Пинту, что это он так пошутил.